Хочешь ускорить свой телефон в 4 раза? Тогда делай как я на видео. Переходим в настройки. Для начала у вас должен быть включен режим разработчика. Потом мы ищем пункт трассировка системы. Потом делаем как я на видео. Убираем на всех пунктах галочки кроме одной. Чтобы эта функция вступила в силу, перезагружаем телефон.